Друзья, посмотрите, кто заполз в нашу ванну. Вот такой гость. С какой-то пупышечкой на шее. Какая-то ящерица пришла к нам в гости погостить. Все-таки решили мы отпустить этого чудо-дракончика на волю. Иди. Бежать не хочет. Вот он. Боже мой, такая большая. А что-то у него поранился, что ли, кровь? А ты знаешь что? Она может у нас вентилятор в туалете. А. Он, наверное, может вентилятором его стукнуло. Да, он, наверное, залез и вентилятором его. Жалко, но надеюсь, что все будет с ним хорошо. Сейчас я вот несу на травку.